Привет, привет. Здорово, здорово, здорово. Добрый вечер. Да, и сегодня мы решили поиграть в лучника. Ну, вроде бы Хавок — это же лучник. Или это имя вообще его? Наверное, не знаю. Блин, что-то мне эта игра напоминает, кстати. Но это какой-то жулик в любом случае, ага. Как ни крути. Типа пират какой-то, понимаю. Походу. Так, ну чё, наверное, я, да, начну? Давай, давай, ой, начинай. Надеюсь, изи там есть? Изи? Да какой изи? Бери хард. Очкуй. А то изи, изи. О, нормал, хард, эксперт. У тебя какой-то изи головного мозга. Блин, я люблю, когда все легко. Ну это тебе не это, не циферки отгадывать. На харде. Так, что мы умеем? Ага, все кнопки. Так, яблоки мы собирать не умеем. Да, и прыгаем мы на всех трех кнопочках. А ты дерево потряси, может яблоко упадет. Мечом его, да-да. Опа. Питак. Опа. Мы уже драться не надо. Не, это как фон, это как фон. Так, кристаллики собираем. Ноги. Как его ударить вообще? Ну чё, наверное, кого? Этот валун, что ли? Ага. Я думаю, что как-то уже, наверное, чуть-чуть перепрыгивать. А как бить? Отлично. Ну как ты бьёшь? На какую-то кнопку. Я просто прыгаю и бью, короче. Может, как Марио, либо... наверное, скорее всего. Типа прыгать, либо драться? Ага. Ну возьмешь какую-нибудь пуколку, вот тогда и будешь всех бить. Ну да, 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 да. Может, меч какой-нибудь там. Так, это как в Сонике, что типа сохранялки. Да хер его знает. Оба-на. Взорвался. Нет, анимация очень красивая, конечно. Очень красивая, яркая, классная. Прям все напоминает Соника какого-то, да? Вот его первую карту очень напоминает. Лава. Ну это может быть что-то типа подобное и есть. Оба-на. Ну, да, 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 да. Поторопился. Вот вам. Привет, привет. Вот вам и хлопочек. Здорово, лесоруб, привет. Лесоруб, здорово, здорово. Нас сегодня много. Да, у нас как на кухне, тесно. Максим Антонов, как я знаком игра. Да, добрый вечер, Макс. Привет, привет. А как-то он так через рестрим бот пишет, это чё за прикол? Ну, ну ладно. Да, это такая фишка. И теперь Максим, здорово, здорово. Привет, привет, да, Макс. Да, 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 теперь на постоянке. Не, Фини как проститутка, то тут, то там, то сям. Не может определиться, да? Я везде и всюду. Главное в хорошей компании. Добрый, Макс, добрый. Привет, привет. Ух ты, что-то я прям это. Какой-то это быстрый раунд. Прям. Первый раунд, прям... конечно. Вот блин, первый раунд, а уже вспотел. Да, да, да. Ну там минус, смотрите, подо мной вообще. Она да, тебя да. преследует. Ага. Ну ты подними стопал бы, тебе видишь, все. Как-то так, первый уровень, ты только вспотел. Это была только разминка. Конечно. Самый веселый еще впереди. После. Нормально. Ну, какая-то такая шустренькая игра. Да, ну игра очень красиво нарисована, классная. Что-то ну такая детализированная, какая такая, знаешь, там. Ну вообще, так как я видел чуток разработчик, это делали те, кто Миннесоту делал про бильярд. Фастпул Миннесота. Кстати, один из самых таких достаточно добротных бильярдов. О, это не тот, который вот там на обложке мужик нарисован. Да, 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 седой такой. Да, да, да. Фокс начинается со второго и третьего уровня. Макс пишет. После. Пипец, короче. Максимка, а для чего здесь нужны вообще эти кристаллики? Ну, наверное, очки что-то дается. Ну, раз что-то, наверное, типа собираешь, как может там 100, там жизнь получил, что-нибудь типа такого. Ну, вот как бы я это и пытаюсь узнать.
Сейчас мы знаем, если Димсон, да? А, короче, первый босс и все, да? Короче, ты ставишь на то, Максимка, то, что Димон только до босса дойдет и все, и слился. Не, ну у меня вон полная жизнь. Мне нравились бильярд на Сеге. Блин, кстати, он клевый, там же... А, там только вдвоем можно играть, я помню. Бильярд? Да. Фастбол Миннесота. Отличный бильярд. Многие любят этот Слайд Покет, потому что там была... Чуток обнажёнка. Получишь жизнь, я так и знал, но... Какую сотню, ты что? Не, ну так неинтересно. Чё там сотку набирать? Это прям Марио какой-то. Ну, да. Да, чё-то мы набрали только 36. Не такой же ты Марио. Ну, кстати, вроде да бы ладно. Босс не сильно сложный. А так Макс пишет, что первый босс легкий. То есть только я его не пройду, да? Отличный игрок. Димон, ну ты же можешь. Мы верим в тебя, мы верим в твою силу руины. Блин, я только это в хардкорные игры могу. Да вот я хардкорно играю чуть. Не, ну я понял, что делать. Были бы здесь бы цифры, а не враги, ты бы тогда бы уже бы победил. Да. Да вы тупите просто, вот ответ. Сразу тупите и все. Чего там? Ой! Он тебя почти что насадил на свою шпагу. Че, да? Аж два раза. Че-то он как-то это... Давай поаккуратнее. Там на шпагу насаживайся. Блин, что-то он меня прям это покоцал вообще прям не по-детски. Так, у меня последняя жизнь. Уф. Да, надеюсь. Но мы верим в тебя. Давай, вперед. А ты на изи играешь? Нет, я на нормале. Ты отходи просто. Все, отходи. 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 Он сейчас вон это пиу-пиу будет делать. Теперь босс минус континуум. Да просто Димка взлюбил его эту шпагу обнаженную. Прям так хочется, я с ним оказался. Наедине. Ай! Блин, мне прям в одно место запихнуло ее, блин. А вот теперь последняя жизнь. Вот, кстати, что самое удивительное, да, разница Sega и Dendy. На Sega было больше игр, где была еще, грубо говоря, нулевая жизнь. То есть те показывали, сколько у тебя жизни осталось. Ну да, в итоговых. Максим пишет, что это про мем, про негров с громом. Так, чё я? Да ты в него попасть не можешь. Прям как тебе надо ему в нос. Зачем тебе его шляпа? Целься ему в нос. В нос, у меня этот. Потом пиу-пиу делает, видишь? Ну ты должен вовремя отходить просто раз, и все отошло. Не, он готовит так шаурму, ты ничего не понимаешь. Так шаурма. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, шаурма готов. Ой. Я не удивлюсь, то, что если здесь будет какая-нибудь катсцена, и у него начнется первая фраза «Say, эй, брат!» Эй, брат! Брат, уха ты, чё? Ой, чё такое это? Чё такое в дерзке, я тебе кинжал в жопу ставлю? Что он жесткий какой-то, эй! Рай, шляпу бей! А у вас в ресторане есть что-нибудь? Острое. О, а, нет. Да, джок худший. А джика есть. А еще острее. Супер чили есть. А еще острее. Кинжал в жопу хочешь, а? И не отказывайся. Тебе привет, от Дона Хрома. Хрома, привет. Да, Хрома. Как ты от Дона Хрома? А где сам Хром, да? Действительно. Надеюсь, они там еще в угадайку не играют до сих пор. Ну, не-не-не, они уже закончили. Закончили вроде бы. Кстати, белка очень была сильно похожа из черного плаща на Денди. Или что это, мышь? Она тоже там с какой-то большой ногой.
была в черном плаще. Но все, короче, руина. Гейм овер. Так, ну короче, Гейм овер, реально гейм овер. Ну, после босса ты помер. Давайте. Так, Финик. Дали в Дискорде храм. А почему континиум-то? Че? А что мне с континиумом начинать, да? Мы, то есть, проходим просто тупую игру? Ну да. Ну конечно. Так, один, второй прыжок. Короче, три кнопки и все прыжок. А, три кнопки прыжок, да? Ну, да. Замечательно. Обсуждали в Дискорде хрома впечатление. А, и добавить кнопку? То что ты, блядь? Видишь, как ты? Ракообразное существо. Угу. Сейчас мы что-нибудь да вытащим. Ух ты. Прикольная здесь, конечно, механика. Ну, да, физика, ну, точнее. Она, кстати, вообще отвратительная. Не, ну, кстати, управление более-менее нормальное. По крайней мере... Нет, здесь нет ускорения. А, ну то про это. Ну хотя бы он по льду не катается. Лесоруб, гоу, на следующую пятницу играть во что-нибудь рандомное. Да что ты, блин? Макс пишет, чайник, зови на стримы. Я бы тоже поиграл бы. Обязательно. Да, Google. Только я, по-моему, здесь тоже солью конт и все, и мне этого будет достаточно. Что за здесь за дичь? Что ты мне такой тяжелый уровень подсунул? Сам-то прошел легкий. Тоже, все. Так что, Дим, пиши расписание. Ну, у нас это одна команда, мы должны это пройти. Пиши расписание. Так, эту штуку убить нельзя. Не, можно. Шикардос. Угу, еще эти пуляются. Вот эту с ракушку можно убить? Сверху прыгнуть. Да ладно, бред. Вот смотри, сейчас гейм овер, конта не будет, и он начнет с самого легкого, правильно? Нет, континиум есть. Игорь, давай. Погнал. Да, старт нажми. Ну, твой старт. У меня хрень с джоем какая-то, блин. А, начинается. Оставил меня на самый позор, и ты не поменял геймпады. Блин, чё, а поменял? Как мне... Не поменял, я управляю. Да. Ну-ка, меняй. А, поменялись. Так. Ты первым стал вообще. Так, поменял. Вот. Вот, так, это удар получается. Прыжки, это просто прыжок. Да все три кнопки все... удара, это аркадный автомат. Да. Здесь один кнопка и рычаг, все. А, и монетка. Что такое, да? Да. Ну прикольно, блин, когда вот. Ой, видишь, я же говорю, можно убить. И эти хрени тоже можно убить. Только они еще пиу-пиу делают. О, чайники, а. Дай! Не хотел, я на тебя прыгать! Оу. Ну короче, механика как в Сонике. Получается! И о чайнике нам говорит сам чайник. А чё? Это... Блин, как же это в русском языке, когда это... Чайник чайника. Засамоварил. Вниз нажми, удар, будет ковырёк. Ковылек. А он урон наносит, этот ковылек? Сейчас проверим. Давай, проверь, вот на обезьяне. Ковылек. Не хочу проверять. Бесполезный. По-моему, ты хочешь умереть, а не проверить. По-моему, вообще ничего не умеет, кроме как. Dream Team. Да иди ты! Да кто вообще такую легкую игру выбрал, а? Рандом! Великий рандом! Ай! Не, ну это, а чё, есть передача, типа, пацаны тащат, короче. А у нас передача, пацаны, это, руинит. Ну, нормально. Не побьёт, да. Да иди ты! Блин, это проклятая мышь над огромной ножищей. О, Dream Team, это ж это, космический джим. Джем. Космический джим. Потом будет передача, это, типа, кто дальше пройдёт. 23-й номер их.
кто у нас там, Майкл Джордан, Чикаго Буллс. В этом году отца похоронила. Офигеть. Да, ему самому-то сколько лет, наверное, лет под 60, наверное, уже. Ну да. Не прыгай на кота. Ты на какого кота? А, может, ковырок надо делать? А это кот или мышка? Это мышка, а не кот. Мышка? Не, мышка, да, он похож. Это вы еще с акулами не встречались. Жесть, блин. Пиу, 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 пиу. Точно Марио, короче. Блин, а где-то белка же еще... Это игра с белкой была, я помню. Твою ж... Так нечестно, он все мои алмазы использовал. О, конта. Ах ты! Я ему на жизнь накрафтил, а он взял и жизнь получил. Самоубийца. Вот так вот, помогай, помогай товарищам. Чего? Ты копишь эти алмазики. Алмазики. Прыгай, я сейчас... прыгай. Эти алмазики, блин. Алмазики. Вот, Zero. Жизнь взял и сразу потерял. Все правильно, по чесноку. Зеро камикадзе, да-да-да-да-да. Бупс. Ну пошел, ты знаешь куда. Не, если честно сказать, ребят, Zero Tolerance в три раза легче, чем нежели эта игра. Фак! Давай, давай! Вот давай. Здесь! А, здесь еще один раз. То есть вода это руина, да? Ага. Вот это хардец. Вот это хардец. А что, Лиат, это поменять контроллеры? Не, лист. Я забыл, кто где. Но не я. Так. Один, три. Не, я еще не спор. От меня... Ну, хочу. Блин. Сейчас проверим. Ну, давай, Димон, сейчас посмотрим на твою руину. Давай. На замечательную, красивую. Бабси. Не, никаких бабси. Хорошо, они не включили этот Rocket Knight или как он там правильно-то. А мы проходили зиму. Ну, да, не до конца, но проходили. Да, у меня такое ощущение, что Димон пока что это. Че? Там где-то отвлекался, он посмотрел прохождение этой игры и запомнил, не, где не, какую не. Кнопку нажимать. Не-не-не. Понизу или поверху идти. Вообще не-не-не. Как-то не, не, ты слишком борзо до сюда дошел. Я же говорю, спидранил. По протоптанной дорожке идет. Ой, блин. Сейчас я чувствую. Чувствую я тебя сейчас первый же попавшийся босс и отспидрунит. Да, блин. Нафиг тебе эти мышки нужны? Не знаю. Так, надо аккуратно. Перепрыгнул и дальше побежал. А на огонь же прыгать можно? Нет. Нет. Как-то я как его иначе пушу? Я один раз туда, и он сгорел сразу, да, да, да. Ну лучше на огонь наступить, чем нежели воду. Огонь хоть ранит, а вода убивает. Блин, жестик хрустит. Ой. Да ты его сейчас сломаешь, по-моему. Да блин, у меня уже это так. Опа. Далеко пойдете? Не, я что-то сомневаюсь. Дай, блядь, сука. Ну что, начинаем руинить. Давай. Так, финик в деле, все отлично. Не мое, еще раз меняй. А кто старт нажмите? А ну да-да. Так, мой. Почему-то. Так, свап. Даже три. Пауза прикольно сделала. Один. О. Так, будем аккуратничать, да? Я это просто... нам поможет? Нет. Я просто запомнил, нет, нам это не это... поможет. Игорь играл.
Нет, это не убивает подкат. Подкат не убивает? Да вроде как нет. Зато и плющит. Так. Короче, тут прям самый имба, короче, всех их перепрыгивать. Да! Мне бы до чекпоинта, до того бы дойти бы, и все было бы отлично. Ну ты смотри, с одной жизнью. Да, с двумя. А что за сундуки, чем дают, интересно? Ничего, алмазики. Так, лесоруб, пишешь, парняги, удачи, я играть до третьего, дойдете уровня, можете считать, что игру прошли. Mm-hmm. Все, спасибо, лесоруб, счастливо, счастливо, Костя. Да, а ты, твою налево. Во что играть-то пойдешь, кстати? А он же Мэтт Макса все пытается тащить. Да? Нифига. Так, где-то здесь чекпоинт, отлично. Так, жизнью взяли, отлично. Ой, там камикадзе. Да, да, да. Так, у меня здесь есть две попыточки, да? Да. Ну, в принципе, нормально, самое главное не торопиться. Да. Главное не торопиться, здесь дурацкая механика, дурацкая механика прыжка. Ну, кстати, не-не-не, ну хотя бы это не на льду, блин. А то иногда бывают игры, блядь. Прыгаешь, не, он лучше катится дальше. Лучше на льду, потому что он приземляется и прыгает. Ну как. Дальше пытается идти. Опа, давай-давай. Круто, аккуратно. Да ёп! На большую платформу и не попал, блин. Жесть. Я говорю, здесь вот косяк-то как раз-таки в том, то что ты приземляешься, и он еще делает два шага, и это бесит. Не. Игорь. Да-да-да-да-да-да, ребята, сейчас. Так. Вот она. Здорово! Да, сейчас посмотрим, какое будет здорово. Ага. Не, ну Игорь тоже на них прыгает просто, аккуратненько. Надо просто. И по низу да. Нахер. Не, здесь механика прыжка такая веселая, то что мама не горюй. Знаешь куда? Дай, пошел ты. Ну, более-менее, не знаю, нормально. Сейчас кому-то расплющу. Ты это, бей, если не перепрыгиваешь. Так! Два раза, как... да. Ага. Ой, я спокоен. Я спокоен, я не такая большая руина, как некоторые, так что хорошо. Да это... подкатом. Да как подкат? Кстати, прикольно, когда эти крабики это прыгают, у тебя получается этот дабл джамп такой. Удар. А, ну да, можно бегать просто. Оп. Ничего себе, чекпоинт! Да не, ты не. Прям побил рекорд. Рано. Давай, вот оно все. Сейчас сдохнет. Че творишь? Ну давай, первый прыжок и первая жизнь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Че, читы включил, что ли? Ну сейчас мимо лодки промахнется. Сейчас посмотрим, как он еще на лодку прыгнет. Не, ну у него учитель есть, так что это все нормально. Так. Блин! То есть меня пример-то не бери, сразу на первый падать. Так. Ну. Зажимай, не прыгает собака. Ну как-то не прыгает. Что за бред? Да кнопка на джойстике виноват, я знаю. Не прожалась, да? Так, да, а чё? Да, да. Сразу же, сразу джойстик во стенка. Бля, а чё мы местами меняемся каждый раз? Так, ребята, это кто сейчас? Я.
Ну тебе ж надо свап прописывать или нет? Я уже прописал его первый раз. Ну еще раз пропиши. Ну давай, руина чайник или чайник руина. Новый сорт чая. Ретро чайник руина. А че ты его такого большого пальца испугался? А ну-ка иди в бой. Все очкует, очкует, по одному шажочку делает. Вот, правильно. Вот это уже похоже на ретро чайника. А Дим решил показать классы какие на суде бонусные штуки. Ну давай, давай. Я хочу посмотреть, что там. Ничего хорошего. Руина. Ничего хорошего. Там начало уровня, Дим. Да ладно, не может быть. Ты что думаешь? Ну может быть выстрел в жопу. А там что такое лежит? Что-то было, да. Такое есть, да. Он просто сегодня хочет даже до чекпоинта не дойти. Вдруг там это секретный уровень сразу на последний. Давай. Так, тихо. Давай, что не издеваешься, что ли? Блин, ща, я допрыгну. Ну мне интересно. Давай. Ну до чекпоинта ты точно не допрыгнешь. Да ладно. Чекпоинт в другой стране вроде бы. Ну ты же идешь от чекпоинта подальше. А, ну да, да, да. Просто непонятно там где. Блять. Ну где кристаллики заканчиваются, там да, и да. Это. И туда и приземляешься. Не-не-не, потом. Когда, где там поле? Ну и чё, поле? Поле-то видно. Не видно ни хера. Видно поле. Ну там вначале только видно его и всё. Да японский ты городовой. Не, лисий морда там в самолете сидит. Да? Ты посмотрел? Ну, вроде попытался понять, что там за существо. Но похоже на лисью морду. Вот куда? Ну тут. Не долетел. Ну чего? Там буквально две звезды пробегаешь и все. И приземляешься. Да говорю, по-моему, лисы на это на самолетах. Вот, блин, что-то лис поразвелось в последнее время. Сука. Ладно, пошли спидранить. Ну, спидран по руине. Тебе даже такому руинеру даже жизнь не дают дополнительно. Блин, правда. Да будь здрав. Ой, нихера себе. Ну, еще чуть-чуть. Эх. А, да, лисы какие-то. Так, 2, 3, да? На кого? Нет. Нет. Опять я. Еще да. Раз менять. Не-не-не, пока играю. По ребят. Два раза менять надо. Только играйте, сейчас. Ну-ка. Опять не я. Блин. А, стой, подожди. Не я. Что за херня вообще? О, опять первый. Местами меняется. Постоянно. Вот теперь я. А что у нас местами кидает постоянно странно? Не знаю. Может прописываешь чего лишнего? Ну как я на тебя приземлился, тогда пошел ты в жопу. Бля, что ж там интересно сверху? Не знаю, я вот теперь хочу узнать. И вот. О, нифига. Ух ты, ёб твою налево. Ага.
Что ж, не сказал то, что платформа прыгает. Кто же знал? А-та-та-та-та-та-та, в жопу пуля попала. Медальки не собирай. Да, здесь кристаллики нельзя собирать. Да-да-да. Потому что потом по звездам вообще не ориентироваться нельзя. Так, давай. Оп, сразу. Хлоп, опа. Опа, нихера себе. Не успел собрать. И вниз? Что? Чё, у меня 4 жизни. 4 жизни, да. Нормально. А по жизни, да. Еще вон 3. Вернулись к началу начала. То есть их можно так бесконечно крафтить, что ли, ну, если здесь все респаунится? Походу. Не, ну так неинтересно. Угу. Нифига ты. Я думал, ты сейчас снизу просто пробежишь и все. Нет, вот это. Оп, оп, оп. Трипл джамп. Не, а чих так много-то стало? Типа, чем больше ну, жизни, сложность-то... больше врагов. Сложность-то высокую поставили. Нормал. Нет, когда 3 раза умираешь, хард ставится. А, да, автоматом. Да шучу я не знаю, я первый раз вообще в эту игру играю. Так, ладно, у меня есть еще 3 попытки пока что. Давай, соберись. Соберись, чайник. Оба. Сейчас такое лицо персонажа было вообще прям. Обосрался. Главное, чтобы моего лицо никто не видел. Когда прыгаю, да? Да, да, да. Это очень нервно. Опа. Гол, гол. Мы прошли 3 уровня. А, нет, 2 только. 2 уровень. Сейчас будет боссовская шляпа. Ага. Так, там... кто-то что-то про акул говорил, да? Ага, типа вы акул еще не видели. О, великий водный уровень. Как всегда, водный уровень. Да, только здесь ты не летаешь. Не... О, блядь. Колючки снизу. А нахера мне... О, там сундук красный был. Опять какие-то сапоги дали. Угу. Они, по-моему, за эти сапоги с бетоном. Они так и хотят, чтобы я утонул. Блять, а как от дрянь-то перепрыгнуть? Да что ты, ёп... Да ты дурак, что ли? В прыжке, может. Я смотрю, прям они... Всё откуда-то вот из Соника взяли что-то... Какие-то штыки. Не, ну а как... Идёт? Нет, это уже World of Illusion пошёл. Ну, ты прям это читеришь. Ха-ха, прикольная анимация сделал, прикольно. Да ты ёб твою налево, давай ты ёб. Вот и вон она, акула. О, чекпоинт. Только толку. Да они такие уж это безобидные. Нормально все. Опа, это что за хрень? Не знаю, пингвин какой-то, тут полуобморочный. Шарики надувают. Ты нахер иди, что это такое? Я бы не стал прыгнуть, а то это сейчас еще зареспится. Не, надо с руки было, с руки, с руки. Нет. О. Да ты что там? А, я теперь да тут не допрыгну. Опа, дабл джамп. Пум-пум. Ага. Котельки. Это был нежданка, бля, откуда они? Котельки. Блять, акула какая, сука, зубастая. Зубастая, сука! Охренеть, жизнь с ним. Пиранья! Ага.
Узнайте джойстик. Ого. Ух ты. Потайнуха. Еще что-то на меня говорили. Потайные комнаты ищут. Ну ты же там смотришь прохождение, прежде чем начать играть. Да, 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 не уже там. А какой? Что там дальше-то где? Где начал? Ага, ага. Я бы тогда игры проходил бы. Короче, надо только рубить, да, получается? Ага. Да иди ты в жопу, срань зубастая. Блин. Нет, я теперь жизни ухочу. А что, тебе до жизни еще далеко? Прибей, прибей его. Да, почему? Да не получилось. 33. Ладно, я вам помог пройти полуровня. Первый этап я затащен мной. Сказал бы, ничего вообще там. Давай. Так. Так. Не, вроде ничего, игруха. Так-то. Прикольно, на самом деле. Просто, ну... Заучивать надо, как всегда. Да, да, да. Да ладно, не очкуй. Вниз надо было прыгать в самом начале. А, ну и он, да, пошел. Не, он это, как чайник. Надо все собрать. А, вниз по-любому идти. Ну да. Ага. Сейчас тебе жопу допродырявят. Как-то оп. Ускорился как-то. Опа. Конта. Тот секрет дает только здоровье. Во, правильно, акулу не зли, она тебя кусь-кусь за жопа, за жопито устроит. Вот здесь спрыгиваешь и влево. Ага. Опа, ты. Нормально. Так, теперь мы знаем, где здоровится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Здоровье есть, но жизни нет. Ну теперь давай опять за здоровье. А, там здоровье только, если... А зачем ему здоровье-то? Ну вот теперь ему понадобится, потому что он еще раз на акулу наступил. Ну акулы жесткие. Акулы жесткие. Иди, я тут мальчику мешай. Да, не надо. Дождись платформы. Не прыгай, правда, самоубийца. Он просто выходит на него, получается, да? Ну нет, ты должен прыгнуть. Ну, может быть, у него ноги большие, размер ноги. Там 47-й и 49-й. А, хорошо, хорошо. На акул не прыгай. Плюнь в нее. А плюнь. Вот на этих прыгать надо. Оп, красавчик. Этого пока не беспокоим. Ну придется, придется. Боишь, придется. Даже здорово, чувак. А, то есть на него прыгнуть ничего не получается, а ногой его жмакнуть можно, да? Пока не убиваешь ему все. Опа. Все, и застрял. Я тоже думал, что он сейчас вылезти не сможет. Опа! Вот так хорошо. Ну, еще одно здоровится. Так, так, так. Ага. Вот. Я бы тебе не советовал бы этого делать. Оба-на. А чё? Ещё? Ну а чё, иди прыгай, дальше. Прыгай, прыгай, да. Иди, ты знаешь куда? О! Нормально. О, нормально, это. Проходка. А вы чё, будете рандомиться? Да. Точно. Они будут респауниться. Респаун. ПКД. Блин, далеко идти. Ну да. Зато мы секреты знаем. Ага, он тогда вообще здесь никогда не помрет. Потому что он будет эту жизнь вечно подбирать и подбирать, подбирать и подбирать. Так, я тут не мешаю. Читер. А что ты, кстати, это, Антон, канал-то сегодня оформишь? В плане? Ну, оформление. Я зашел сегодня на главную страничку, у тебя только одна лента, короче, с видео и все.
Я тогда не понимаю, о чем ты. Ну, блин. Блин! Так. Ну, что такое? Да я пока сейчас вот с этим оборудованием и так далее. Я только, грубо говоря, недавно из отпуска вернулся. Отпуск продолжается хорошо. А, куда гонял? Или не гонял? На дачу. А. Шашлык-машлык? Не, без шашлыка. Так, чисто пивасик поработать, отдохнуть, с мамкой повидаться. Как жена? Сейчас теперь... Да нормалек, нормалек. Все так же поздно возвращается? Да. Но она уже дома. Так что нормально, книжку читает. Так, Игорь, руина где-то рядом. Я верю в тебя. Или в руину. Я не знаю, в кого верить. Вы оба сильны. Что руина, что Игорек. Да жмахни ты его этим, бдынь-бдынь. Блин-блин. Блин-блин. Последнее. Да зачем ты все это собираешь? А, жизнь. Там тебе жизнь дальше дадут, а сейчас ты помрешь. Ну. Вот тут сейчас тебе дадут, если сюда прыгнешь. Не, здесь не жизнью, здесь здоровье дают. Здесь здоровье, да. Жизнью дают там, где он в секрет ушел. Но как бы в принципе по... Если так посудить, он в принципе так и говорит ему, куда идти. То, что ему надо вниз. Тут аккуратно. И жди платформу. Прыгай, 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 прыгай. Подожди. Не торопись. Оп-оп-оп, руина где-то рядом. На-най-на-на-на-най. Сейчас на него пингвин упадет. Ты маленькая дрянь такая. Я так и знал, что во всем будет виноват пингвин. Так далеко чемпион находится, прям вообще. Конечно, до него очень далеко. Да не, ну, кстати, нормально. Ну, далеко, далеко, ты че? Да иди ты знаешь куда! Шарик. Красиво. Не, ребят, красиво, в такие честно, игры без пива тяжело играется. А ты по чаем, что ли, сидишь? Ну, у меня пиво закончилось, я вон минералочку попиваю. Привет, котик, привет. Гудрон, здорово, здорово. Здорово. Прыгай, лети, лети, ты же пцица. Или Хавок не пцица. Хавок. Но если дать по морде ногой, он, сука, летит. Блин, так что нормально. Хавок, это же лучник, да? Вообще, по идее. Ну это ж не халвок. А не, хавк, хавк. Лучник. Хавок тогда что такое? Пожрать? Хавчик? Какого года игра интересуется? Ох, это не знаю. Сеговского. Сеговского. Сеговских годов. Блин, а я не знаю, какого года. Можно посмотреть сейчас. Так вопрос как? Только вопрос как? Ну вбиваешь название и все. А, да? Можно так? Ты кто ты? О, цепиздец. Так, вот этот момент. Руина ждет тебя, Игорь. Руина. 93-й год. Потому что крафтить жизни нечестно по отношению, да, блин, к другим. Какого хера не прыгнул, блин? Потому что ты берешь и умираешь, и ты еще крафтишь, да, зараза, по этим, по кристалликам. На Сегу до 2005 года игры делали. Ну, возможно. Вот тебе в жопу, короче, она. Ай, у тебя звук двух ударов. Какая интересная самая последняя игра на Сегу. На Соника, похоже, да, 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 есть, да, там они... Вот на Соника и на этот, Бобби, или как, Бобс, Бобс? Бабси. Бабси. Вот. Что-то такое среднее, короче. Да! Правильно, правильно, передавай следующему, а то ты крафтишь одну и ту же жизнь, и все.
Сейчас Тоха возьмет джойстик и то же самое будет делать. Да, да что такое? Блин! Вот, вот это уже на Игорька похоже. Так, все, хватит. Сейчас. Ты забыл глоточек минералочки сделать. А, видите, там что-то еще какой-то уровень сверху. А, есть. Знаешь куда? Судя по карте. По какой карте? А вот если вверх прыгнуть, там это видно будет, что что-то еще. Извините, в прошлый раз не получилось вернуться. Да ничего страшного. В прошлый раз. О, я прям правильно прочитал, да? Раз. Еще раз. Это пират какой-то, стопудово. Вон, вот прыгни вверх, ты увидишь еще одно, вот, как будто там какой-то. Еще одна локация. А, кстати, у Соника такая же дебильная механика в плане ходьбы. Да. Мне кажется, ботинки у этого Соника он украл. Да. Короче, скоро буду. Хорошо же. Он пират настоящий, поэтому ворует там всех. Всех своровал. Механику у Соника, там еще что-то у Соника. Ботинки у Соника, да? И цвет у Соника, да? Ты взял. Не, это облысевший Соник, вы присмотритесь на него, у него даже морда лица похожа. Вау, вот в этом выражении, смотри, это реально Соник. Сволочь. Это Соник в старости. В пираты подался. Не, все иголки выпали. Ну прям очень похож. Хорош кристаллы собирать. Как так? Ну что, пошли за. А то мы будем вечно видеть этот уровень. Алла, это мое. Тох, пошли за пивом, да? Ну, у меня не продают уже. Да, что это? Нету волшебных ларьков, что ли, у тебя? Нет, не только у тебя. Да я не узнавал и не искал. Да что ты пристал? Давай, руина, ура! Чё за нафиг, я не понимаю. Так, ребят, короче, давайте по жизням, все, вы играете, я уже задолбался. Честно говоря, не переключай. А, вот так значит, да? Да, то есть... Оставила одну жизнь. Не-не-не-не, ну вы играете, я просто уже все, уже хватит, я уже могу все. Мучитесь сами, решайте сами. Так, кто сейчас должен? Тра-та-там, я. Давай. То есть нормально, с одной жизнью мне тащить, да? Не, ну почему ты будешь там пускать? Я просто уже все надоел на попытки. Ты давай. Я в тебя. С ним с одной жизни все пройдет. Он уже все видел. Он же все знает. Ну да. А толку-то? Вот механика воды позаимствована из World of Illusion. А я думал, где это... Микки Маус с Дональд Даком. А, ну да. То, что вот так переплывается, вот это вот такая как волна. Угу. Снизу вверх идет. Кстати, прикольный игрух. Мне механика не нравится. Ага, я понял тебя. Нет, не понял тебя. Пум. Да здесь вообще, по-моему, половину убивать не обязательно. Ну да. Не, куда пошел-то? Вниз иди. Да, я вот пытаюсь. Чтобы не сдохнуть. Так, ой, про понял. Тихо! Не понял, да? Не понял, что произошло. Давай, чайник, тащи, я верю в тебя. Тащу. Видишь, это пытаюсь.
Прям изо всех сил. А, ну мне жизни нахрен не нужны. Сейчас понадобится. То есть вообще хрен выберешься, да? Все. Почему выберешься? Надо зажать кнопку прыжка, ты не делай двойной прыжок. Идет. 444, что за видео? О чем речь? О чем там Игорек-то? Да, нет, код Гудрон писал, по поводу, что видел видео 1444, там, где пацан из дробовика застрелился. Что-то я не готов смотреть. Такой не да, что-то я как-то... Это не мой жанр. Да. Так, Тоха, давай. А я отойду. Можно мне мультики посмотреть? Не, я отойду, короче, на 2 минутки. Окей. Пойду выслукаюсь, блин. Смотри, чтоб ребенок в глаз не заехал, пока сморкаться будешь. Ёп твою налево. Подвезло, связло. Так, главное здесь не облошариться. И все будет огонь. А я чё, один, что ли? Да иди ты в срокотань. Я вообще не понял, как этой херней пользоваться-то. Этим ударом дебильным. Так. О, один вернулся, уже отлично. Я тоже, по идее, не отходил бы, какие-нибудь сериальчики смотрите. Да, сегодня начал смотреть сериал, такой вышел от этого, господи, какого, сейчас я вспомню, сейчас. Кто? От Ридли Скотта, называется «Воспитанные волками». Вот первую серию посмотрел, мне очень понравился. А я на «Побег» подсел. Такая научная фантастика. А, «Побег» классный сериал. Особенно русский. Русский. Ну и как? Что скажешь? Не знаю, мне понравилось, мне зашло. Ты оригинальный смотрел, американский? Нет, оригинальный не смотрел. Американский. Ну, у меня просто Леська начала его смотреть, и мне стало интересно. И в итоге я первый сезон посмотрел за сутки. А там 22 серии по 50 минут. Ну, почти за сутки посмотрел, может быть, чуть более. Оригинал не смотрел, сразу говорю. Но, в принципе-то, мне кажется, если скопировали, то копировали подчистую. Ну, говорят, что очень много, да, похоже было. Но американский хороший, говорю, первый сезон мне очень нравится. Второй сезон там уже, ну, может, уже так. А дальше уже вообще... Так. Да ты ёб твою! Так, ладно, отлично. Я здесь остался в живых. Сейчас там еще платформа опустится. Мы на нее за Макинтошем. Да идите вы нахер! Ха-ха, я боюсь. Здесь что-то страшное творится. Теперь он мне показывает наверх, либо вниз.
А я хочу туда, где жизнь? Угу. Так, что-то опять какая-то обман. Акулы появились, блин. Нет, не годится. Да что ты, раз. Какая злая эта игра. Блять, акула. Нет, так, не понял, по верху пойдем. Я Наруто смотрю, вот. Как Наруто смотрит? Правильно, надо смотреть Наруто, не надо смотреть, когда стреляется там на Вы там все про сериалы мучаетесь? А, ну, мы там бывает, да, поздно. Кто что смотрит, вам не смотреть того мужика с дробовиком. Я стараюсь к сериалам вообще не прикасаться, если на то пошло. Сериал, да, не надо тебя прям затягивать. Иногда я вот, честно говоря, сериал смотрю, что-то первую серию посмотрел, думал, какая-то фигня. Потом смотрю, там уже сезон 3 вышло, думаю, значит, блин, кому-то все такое нравится. Ходячие мертвецы. Ходячие, я до определенного момента смотрел, но я долго смотрел, по-моему, может, он давайте Предпоследний сезон вообще нудный. Я его не смотрел. Предпоследний. Последний сезон, по-моему, я что-то начал смотреть, но не до конца посмотрел. Кто же все уже не смог. Честно сказать, игрушка очень злая. О, нифига себе, механика нормальная. Блин! Прям челлендж, короче. Все на спидранах, да, пошли? Ого! О, чекпоинт. Ой, я же говорил, там сверху есть это. Еще. Лазейка. 30 серия, первый сезон уже. Это что, Наруто? А что, Наруто, первый сезон, в него входит 130 серий? Ну да, там за 700 серий в Наруто. А есть еще... Нет, в одном сезоне более 130 серий. Ну да, это нормально. Это значит... Мне вообще нельзя сериалы смотреть. Это как это в One Piece, короче, там тоже очень это дохера серий. Кошмар. Не, я Наруто и One Piece, короче, где-то на 700 и остановился, потому что мне уже это все сил не хватало. Ну, интересно? А, интересно, да. Эгли, да? Ой, нифига. Да, видишь, я весь балл в первом сезоне, ничего себе! То есть мы пошли по самому сложному уровню, что ли? Я не знаю, по какому уровню мы пошли, но там было нелегко, и мне это не понравилось. Не, ну у тебя смотри сколько... Когда будет видео? Когда будет видео? Скоро. Так, вот Гудрон пишет, 2004 это в Наруто? Да, второй сезон 500 серий. Еще один с полнометража. Пипец. Бля. Видео там еще Денис, короче, активизировался. Ждем от Дэна, короче, свою часть. Так что. Ждем. Следующая падает. А, нет. А зачем тебе вниз? Не знаю, на всякий случай. Там еще наверх можно забраться, как я понял. Ну да, но то есть как-то... Если только убогенько как-нибудь... Да! И блин, самый сильный. Хардкор пошел. Мне не нравится вот эта дурацкая механика... Удара? Ногой бить. Да. Мне тоже не нравится. Неужели просто надо было просто взять и удар ногой придумать ему? Просто без прыжка. Просто раз, и удар ногой. Или прыжок, и удар ногой. Ну как бы, две кнопки нажимать. Вот это когда... Блять, вот это вот еще отпрыгивает так далеко при уроне. Следующий. Старт нажми. Че так далеко? Вот такая вот игра, а? Жесть. До сих пор я. Да, я это переключаю. Так. 1, 2. Ну, погнали.
Так, а я пока схожу покурю. Давай. Что-то мы вроде... Мы вообще с самого начала, что ли, начали? Нет, почему? Да, с самого начала уровня. Офигеть. Вот это жестко. Вот это жестко. Так, я что, один остался? Эй! Здесь, здесь, а, здесь, фу, все, я уже испугался. Все здесь, ты чё? Просто тишина такая гробовая, блин. Не, Наруто и One Piece до хера серий. Прям, ну, нормально. Ну, прикольно, если там единственное, что не показывали бы, как называется, когда показывают, что было там 20 серий назад, короче, только с другой стороны, короче. Вот это, блин, было бы нормально. Тихо. Короче, вот так, вот так, так, вот так. Ой, ёптить. Ёптить. Ха-ха. Так. О! Это было неожиданно. Весьма. Весьма неожиданно. Он в курсе, что есть аниме про Соника? Я не в курсе. Я не знал. Эй, поговорите со мной кто-нибудь. Эй, да, здесь, а здесь, здесь. Чё ты молчишь-то? Я просто читаю. Просто... Ага. Всё нормально. Всё здесь. То я переживать начал. А ну, ладно, что переживает? Давай, гони. Так, раз, два, три. Оп, оп, оп. Так, жизнь мне не нужна. Уверен? Уверен. Но это не жизнь, так... это такая штука. Так, собрались. Тун. Тихо! Блять. А вот тут его это колбасит, блин, уже. Время идет, блин, типа на ускорение. Тын-тры-тыры-ты-тын. Так, открою секрет. Доходишь до жизни, берешь и возвращаешься обратно. Зачем? Чтобы пройти поверху. А-а-а. Не, интересно. Так можно бесконечно играть. Почему? Там ты дойдешь до чекпоинта, и жизни тебе больше давать не будут. Да? Блять. Тихо. Ладно, согласен по поводу жизни. Сейчас все равно проебу. Тихо, тихо. Оп. А где жизнь? Ну ты же умеешь ногой бить. В следующем сундуке. Я что-то быстро как-то. Игорь. Игорь. 1-3. Я пошел. Пока-пока, котик. Вот, счастливо.
есть всегда 1-3 получается приключение. Местами меняется. Не. Там фишка, по-моему, чуточку по-другому. Что такое? Да будь здоров. Да будь ты здоров. Лучше больше, чем меньше. Тебе просто это, надо тупо одним свапом пользоваться, тебе не надо писать вот это, как там, лейер, не лейер. Ну как одним? Ну, 1-3 что ли писать постоянно? Не, просто свап и запомнить, кто какой игрок. А вы меняетесь? Игрок. Вы меняетесь постоянно. То есть я был там это первым, короче, стал третьим. Был третьим, стал вторым. Вот в чем прикол. Так, а по-моему... Игорь отвалился. Или здесь поверху надо пройти? Нет, нет, дальше. Тут ты перепрыгиваешь и дальше, короче, где три штуки надо прыгнуть по ним. А я, по-моему, здесь поверху прошелся. Нет. Блин, стормозил. Там дальше можно вверх прыгнуть. То есть тут перепрыгивай нахрен все, не собирай ни хера ничего. Так, так. Вот эти три. Первую. Игорь так не может. Да, да, да. Чува! Дальше? Дальше. Дальше. Давайте дальше помочь. Там реально там еще был пущий. Вот здесь. Нет, вот тут убери. Потом где вот этот? Жизни будет? Убери жизнь во втором сундуке. Да, да, да. Бери. И наверх. А, все, жизнь у него. Еще пока что есть, все. Нету уже. Все, и наверх. Возвращайся назад и наверх иди. Иди, не спускайся. Так. Направо. И аккуратно тут. Прыгай, прыгай сразу. Тихо. Ах ты, здорово! Здесь через одно перепрыгивать надо. Нет, да а ты не перепрыгнешь сразу. Не перепрыгнешь. Что мне ничего не сказали? А что ты? Когда он упал? А ты не видел, что ли? Там же это пики нарисованы были. Я думал, может, они там, знаешь, там на раз так быстренько прыгнул и ушел туда. Они. Может, долго прыгал. А попробуй тут через верх встать. Здесь, через верх, пройди. А кто третий в голосе в чатике? Это Антон, канал Финик. Финик. Опа! Че? Жопу прокололи, блин. Привет, привет, Жирнов. Привет, привет. Опа. Это куда этот? Направо, 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 направо. Понял. Угу. Не, подожди, подожди. Я хочу еще вот эту штучку взять. Ага, еще захотел. Понятно. Ага. Проходи. А. Та-т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 а. Ай! Сука! Что такое? Да бей их! Бей! Хавок. Хайкс из Савок. Хавок. Гавок. Хавок. Так. Давай, соберись. Короче, лысый Соник. Лысый Соник, да, в старости стал пиратом. Надоел ему работник яйцеголовый. Пошел в пираты. Там смерть твоя. Ах ты, ах вы. Беги, Форест, беги! Ага, наверх. Через одно. Через одно. Повезло. Еще раз через одно. Ай! Да что? Да ладно, здесь не страшно. Ломись, ломись, давай быстрее. Там сейчас чекпоинт. Вот. Ага, блин! Ах ты, зараза. Он на работника стал работать, ага. Ой, сверху сундук, кстати.
Один волос лишился, другой иголок, правильно? Это альтернативная реальность. О, стой! Стой, налево. Там платформа. Ага, платформа, все хорошо. Там, наверное, жизни есть. Кстати, да, было бы круто. Что, скорее всего. Налево, налево. Только если он допрыгнет налево. Налево. Налево тебе надо максимально прыгать, да. Ага. Оп. Оп. Максимально, сейчас я максимально. Здесь сундук. Жизнь. Нет. Здоровье. Направо. Нахуй это здоровье. Максимально. Хорош. Пригнись. Оп. Тихо. Ты дура. Давай, старт нажимай. Ну это прям полная руина. А, блин, меня выкинуло. Угу. И кто теперь главный? Ну я, скорее всего. Какой-то PFMG подключился как четвертый игрок. Ретро Кеттл вышел. А чё, не я, что ли? Не, не ты. Ну, Жирнов, наверное, подключился к нам. А, может быть. Он тоже такое умеет, практикует? Не знаю, но скорее всего. Блин, меня что, выбило все? А, во, все, я вернулся к вам. А чё, кто там присоединился-то? Теперь уже не знаю. Не, нас трое. Нормально все. Я сейчас тащить начну. Так. Давай, давай, мы верим в тебя. 1-2, ты вроде, да? Свап, 1-2. Поехали. А чё, я играю? Ну да. Офигеть, как быстро очередь пришла. Женов, давай присоединяй следующую пятницу тоже. Тоже зарандомим какую-нибудь игрушку. По фану поиграем. Назад, кстати, можешь вернуться. О, блин, кому-то по ушам сейчас было. Так, вернусь, но попозже. Когда же с него возьму? Во-во-во-во. Я по пятницам не игрок. Да мы тоже это, не сильно это, трезвые. Не, да, ты думаешь, мы тут игроки-то? Не, ну я трезвый. Не, ну я сегодня тоже трезвый, блин, тоже болею. Что, холодненько? Ну да, Москва простудила. Москва? Угу. Вижу, тебя там Москва простудила, скажи. Так, жди. Давай. Здесь он именно по времени, блин. Да, да, да. Не, ну нафиг, я больше сюда не ходок. Ховок, не ходок. Ты как это? Да, ты прыгнуть забыл. На кино 2. Ну нахер. Да, 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 да. Ну нахер. Ну ты видел, ты видел? Я не пойду туда. Не, ну можем вон Тоха сейчас доиграет, умрет, короче, и это, по домам спать. Нормально, да, так. Тоха сейчас проиграет, умрет, и мы по домам спать, жестко звучало. А что слева будет вообще? Вот. Он тоже спит. Опа. Сундук. Сундук. С чем? С жизнью. С здоровье. Здоровье. Что сверху? Ага. Назад, 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 назад. А, ну нифига тебе повезло. А сверху блядское окуло. Вот это что-то это будет опасно, я помню. Да что ты? Воу. Мне не нравится это. О, ёб твою мать. Шипы.
Кусака! Тихо! Забивака! А ну нахер всех, блять! Неужели это так смешно, блять? Да что ты все башкой бьешься? Ты полудурушный. Ну, выглядело смешно. Так, нахер мне эти сапоги? Мне и без них хорошо. Бежим, 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 бежим. Хорош. Оп, курочка. О. Так, что-то здесь какое-то слабенькое это. А. Вот тут такая мощненькая. Синенькие слабенькие, красненькие мощненькие. Так и хотят, чтобы я жопу проткнул. Сволочи. Сволочи. Да беги, 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 беги. Да и пытаюсь я срулить отсюда. Ну. Но мне не дают. Уже. Так, едем дальше. Мы наконец-то прошли дальше. Так, а, нет, подожди. Нам нахер не надо. Ну вот эти вот злые пингвины, блядь, летающие. Я как понимаю, через них надо прыгать. Ну не прыгать, а именно это. Не-не-не-не. Надышатся клеи всякие пингвины. Бить их надо, короче, да-да-да. Да было бы это так легко. Вообще-то не легко, да. Да что ты издеваешься, что ли? Акула жесткая. Да ёб твою налево. И такой звук это кидающегося джойстика в монитор, блин. Это было бы нормально, эпично. Давай, Димка, мы верим в тебя. То есть я, да, старт отожми. Да зачем? Сначала начинай. Так, ну туда я, ладно, сейчас. Отыграю и... Ну, сейчас. Баньки. Тогда сразу поверху иди. Да-да-да. Не, ну здесь-то вниз, это понятно. Угу. Потом вниз, налево, вниз. Туда не ходи, вправо, там нечего делать. Да, ёп, ты ж, налево ж. Да как вы перепрыгивали эту хуйню? Разбегались и прыгали. Так, а здесь тебе вниз за здоровьем нельзя. Тебе здесь именно просто тупо прямо. Угу. Поверху. Первый чекпоинт. Кстати, слева здоровится. Ты думаешь, мне стоит туда идти? Ну, почему бы нет? Ну, давай, сходим. Бля. Ну, не так. Ну, да-да-да. Ну, а теперь можно туда не ходить, у тебя полная хпшка. Я и не хотел. Ну, ладно. Зачем ты эту акулу злишь? Не знаю. Провокатор. Согласен. Ой. Тихо. Какой же у тебя сеговский геймпад живучий. Вот почему он не бьет в тот момент, пока я лечу? Ну вот потому что он не бьет, потому что он такая скотина. Эй! Опа, нихера себе. Так, через одного. А можно понизу пройти? Но понизу опасно. Жизнь! Жизнь! Что ж никто не разбивал-то этот сундук? Знал бы, что там жизнь. А я бы все затащил бы. Угу. А теперь не будет жизни. А кстати, если ты назад вернешься, кстати, жизнь будет? Ну вот я тоже об этом подумал.
Да ладно. Вы что, серьезно? Теперь бы не сдохнуть. Ну все, короче, играем до утра. Пока же Димон не пройдет этот уровень. Не-не-не-не-не. Как-то не-не-не-не-не. Твоя очередь, ты. Я еще хочу в это. В Impact поиграть сегодня. Да. Genshin Impact? Да. Нафига тебе налево за едой, тебе направо надо. А там еда была? Да. А, ну ладно. Либо надо дождаться, когда эти пингвины пролетят. Да, что это было сейчас? Это Заика, да перепрыгни ты его нахер, хули ты с ним сражаешься? Вот сдалась тебе эта раковина. О, во, ты нашел механику. Да, короче, да. В другую сторону надо, когда если чувствуешь, что тебе пиздец, надо в другую сторону развернуться. Вот, я про это и говорил. Только тебе один удар остался. Блять, опасность. Блять, еще больше опасности. Господи. Блять. Господи. Да ну. Ладно. Че, босс. Фу. Ёптись. Ебать, и что это такое? А как его бить? А континуум на нем будет интересно? Нет, а вряд ли. Не, ну давай посмотрим. С самого начала. Сука, не, все, я не готов. Ай, жесть. Не, ну прикольный игрок, согласен. Прикольный игрок. Не, мне механика только не зашла. Не, ну в принципе ничего, нормально. Можно жить. Кто там пытается самоубийца? Да я хотел заставочку включить, типа. Если хочешь, давай, переключай, и я попробую. Ну давай, последний. Если у Игорька нет желания. Не, я просто до босса дошел, все, я устал, блин. Реально. Я еще в Impact хочу поиграть, блин. Да зачем он тебе нужен? У тебя есть Havok. Не, я хочу там все кристаллы собрать. Ты думаешь, этого того стоит? Ну а чё, почему нет? Так ради интереса. Блин. Я уж хотел поздравить. Да нормально, нормально. Сейчас затащим. Узнали, как что ходить, да? Узнали, где жизнь есть. Да. А вы все чайник. Я вон самые сложные этапы прохожу, блядь. Ага, прошел. А чё? Вы перепрыгнете. Только подстав. Вы пройти их не могли.
как-то пройти не могли. Кто нашел? Другие чекпоинты. А, ну чекпоинты, да, красавчик вообще. Блять, как повезло-то. Ой, ёб твою мать. Ух ты, ёб твою мать. Ох, тятя. Ну, кстати, вот не так уж это, как его, длинный уровень, да? Да коротенький вообще, по мелочи, блин. Ну, да. Вообще ловить здесь нечего. Ага, тень на тебя. Да это я понял, мне бы хотя бы понять, как его убивать-то вообще. Ему, наверное, надо по розовой чёлке накошмарить. По шарикам до него, к тому же прыжок вот с этих шариков на него. А, во, как. Короче, рядом с ним, я понял. Так, уходи. Блин, ну босс прикольный вообще. О, всё, понял. Как успехи, вот до босса до второго дошли. Через полтора часа. Да блядь, чё это ты? Курица. Хорош. Так, соберись. Бля. Да в плане ой. Соберись. О, ну ты чё? Нормально, нормально, ещё одна жизнь есть. Давай, должен затащить. Торопишься. Ну я как всегда, я так люблю. И это тебе не Counter-Strike. Да блять, лучше бы это был Zero Tolerance. Ты чё так прыгаешь-то, дурак? Я не знал, тут. А чё он так прыгает неправильно? Я не знаю, до этого не прыгал так. Короче, хрен установишь тебя, да? Не, ну если вам не лень, я хочу вот последнюю попытку и всё. Всё, давай. Я уже наблатыкался, как бы доходить до туда, и всё нормально. Ну это, кстати, нежданчик был, что он это... Почему? Так поскачет? Ага. Я думал, просто будет так прыгать и все, блин. А что за джой у тебя, кстати? Xbox. 360 или первый? Буановский, да. Хорош. Хорош, прям вообще изи. А вот тут надо было. Ахахаха. Тут надо было тормознуться. Вали. Да иди ты нахер подальше. Кузлина, блять. Да это отсып. Сука, блять, сейчас жемчужину твою вытащу, блять. Рано? Нет, нет. Оп, хорош, хорош. Блять, быстрее меня отсюда выпроведите. Слишком напряжный момент. Ага. Да, еще вот бы жизнь вот. Дали бы. Да, вот под конец бы восстанавливали бы жизнь перед боссом. Был бы вообще шикардос. Ага. Был бы нормально. А че, ему наш бан прыгнуть нельзя, что ли? Ну, типа это только на тебя. Как я помню, только бить его, только наш бан. Да. Вот это жесть была. И что самое удивительное, он когда приземляется, он тебя в это, в шалтай-болтай превращает. Ну да. Блять, козел. И здесь это ЛГБТ, блядь. Да что ты, розовая чепушня? Хорош, перепрыгивай. Тащи его вправо. Бей, блять. Ща, все будет. Не торопись. Ёб твою.
Не торопись. Да как здесь не торопиться? Вот боссов я люблю, а проходить до боссов не особо. Вырежем весь контент, да? Да чтоб тебя. Так, лети сюда. Да что он, когда вот отпрыгивает от его, так сказать, чудо-мускул, он повторно не бьет ногой. Да. Сейчас бы отхватил бы. Так, спокойствие, только спокойствие. Молчим. Да нахер ты меня. Да заколебал ты, слышь, чепушня розовая, блин. Так, глоточек. Живительные водички. Не, адреналин раш. А спать потом как будешь? Да спокойно, они ж не действуют. Да? А чё пьёшь туда? Вкусно? Да. Кисло? Ну чай кислый сделай себе. Не, там нет столько химий. Опа. Да чтоб ты зажал, козёл! Блять. Заколебал ты со своими шарами. Блин! Чуть-чуть. До шарика докоснулся. Все, нафиг эту игру. До свидания. Ладненько. Всем спасибо, Игорю, Антону, чатику. Советую. Спасибо, что позвали поиграть, повеселиться. Да-да-да, перед ночью, как говорится. Будешь вспоминать эту игру надолго. Я боюсь, мне этот шарик и чепушило с розовой прической будет сниться долго. Ну, будет во что поиграть зато. Это знаешь, как во сне, когда что-то снится, ты должен от чего-то убежать, а ты не можешь быстро бежать. Ага. И вот здесь какая-то такая подобная хрень. То, что вроде как бы нажимаешь удар, а он вроде бьет, но вроде и не попадает. Вот это кривоногое, соникообразное существо. И это я с тобой согласен. Не, ну игруха прикольная, блин. Не видел ее ни разу. Кстати говоря, свиньи какие-то, блин, на корабле. О, жопки показывают. Ну это подружка Наклса. Да, кстати. Розовая это. А все, игра закончится, что ли? Вы смотрите, короче, это... Подружку, короче, этот... Жахнули. А это Боузер, да? Пират. Да. Сокровища какие-то нашел. И что, все? Типа... Нашел сокровище, вернул принцессу? Еще и ребенок достался при даче. Вот счастливая вообще концовка. Бухлишка подносит. Ну-ка, что еще? Опять украли. Опять бежит на корабль. Это, блин. Хопа. Дисней. Не, ну прикольно, почему нет? Жесть. Да. Ладненько, всем спасибо, всем до свидания. Все, пока. Всем до новых встреч.